Вчера около 17:50 у дома номер 114 по улице Политехнической города Саратова. Водитель 1969 года рождения, управляя маршрутным такси номер 57, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. На место происшествия незамедлительно были направлены несколько нарядов ДПС. В момент столкновения со световой опорой в салоне транспортного средства находилось 17 пассажиров, трое из которых несовершеннолетние. В результате ДТП пострадал водитель маршрутного такси и 16 пассажиров, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. Одному пострадавшему оказана разовая помощь. Установлено, что управлявший транспортным средством водитель был трезв. В настоящее время сотрудниками полиции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.